Интернет-магазин bestwatch.ru представляет видеообзор часов от известной швейцарской компании Marie Flucroa. Новинки Базеля 2012 в лице коллекции Pontus S представлены на нашем сайте. Автоматический хронограф с калибром ML112 на базе легендарного LG7750 с запасом хода на 46 часов. Корпус и браслет модели выполнен из высококачественной нержавеющей стали. Великолепный современный спортивный дизайн. Каждая деталь, каждый элемент часов выполнены безупречно. Диаметр корпуса 43 мм. Сапфировое стекло с антибликовым покрытием с двух сторон. Очень оригинально выполнена шкала таймера для погружений, ведь в этой модели водозащита составляет 20 атмосфер. Ну, во-первых, хочется отметить цвет, минутная стрелка, а также вращающийся алюминиевый ободок под стеклом. Великолепно сочетается с алюминиевым кольцом на кнопке старта и пуска хронографа. Также эта кнопка при нажатии служит рычагом для передвижения безеля. Секундная стрелка часов вынесена отдельно на отметку 6. Внизу расположилась апертура с датой, а также накопительный часовой счетчик секундомера. 30-минутный вверху. Посмотрим, как все это работает. Очень жесткий, настоящий механический спуск хронографа. Верхняя кнопка запускает, останавливает его. Нижняя обнуляет счетчики положения 12 часов. В комплекте с часами прилагается вот такой вот ремень, выполненный в стиле НАТО. Он безразмерный, то есть фиксируется на часах очень легко, просто продевается через дужки и регулируется на любую длину запястья. Люминесцентные стрелки, кстати, имеют покрытие SLN, которое обеспечивает максимальную читаемость под водой. Задняя крышка, заводная головка, естественно, завинчивается. Застежка имеет фиксатор, а также звено удлинения для легкой посадки часов на гидрокостюм. Все продумано до мелочей. Настоящие часы для дайвинга. На запястье они смотрятся просто безупречно. Гарантия на них 2 года. С полной коллекцией часов от Marie Flucroa можете ознакомиться на нашем сайте. Коллекция постоянно пополняется. bestwatch.ru. 12 лет с вами. Только оригиналы по самым выгодным ценам.